Это случилось 50 лет назад. Ваша бабушка заболела странной болезнью. Одни считали, что это лихорадка, другие, что это проклятие первой ведьмы, появившейся в наших краях и вселившейся в новое тело. Ведьма вернулась. Защити нашу семью от пришествия новой ведьмы, и да сгинет нечистый дух. Аминь. Можно я посплю с тобой? Это сильная ведьма. Бойтесь ее взгляда и ее шепота. Она любит морочить девушек тумане и мум. От нее не сбежать. Надо узнать, что ее мучает. Наш род особенный. Первая ведьма. Реинкарнация. Тук-тук. Не бойтесь, девочки. Помогите мне.